Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Cryo Fear. В последней серии мы переплыли вот это озеро, убили доктора Кто, самое главное. Сейчас все довольно-таки миролюбиво, наступило утро. Это радует, маленько отдохнем от всех этих кошмаров. Ну, я, конечно, отдохну от этой игры и так уже порядком. Сколько прошло? Денька 3 точно с момента последней записи. Ну давайте осматриваться. Какой-то заброшенный домик. Но я не думаю, что сразу после... Так, у меня что там вообще в инвентаре? Что сразу после того кошмара здесь что-то будет? Ух! Твою мать! Да бляха-муха! Да перезаряжай ты, мать твою, за ногу, что с тобой не так? Давай! Ой, еще идет! Ух, бляха-муха! Это сразу... Я говорю, сразу после того кошмара ничего не будет. Ну да. Ой, бляха, муха. Так, тут аптечек. Я могу вернуться вообще, нет? Хорошее начало. Ладно. Так, аптечек у нас нет. Жизни тоже. По-хорошему надо бы как-нибудь загрузиться. Да более подготовиться. Я совершенно не был... Уф, короче, продолжаем. Отвлекли меня. Как обычно. Это я не... Да мне, в принципе, он и не нужен. У меня фонарик есть. То есть сидишь дома, сидишь. Никто не заходит. Как только начинаешь записывать... О, лечилка, отлично. Так начинается. То один, то второй. Так, сейчас я маленько приду в себя после этого кошмара. Хорошо, надеюсь, никто не прибежит, пока я в темноте вмазываюсь. Хорошо. Еще, блин, это напрягает, то что... О чем я хотел? Что-то я, блин, сегодня рассеянный какой-то. Так, хорошо, ладно. Вспомню, скажу, короче говоря. А, напрягает то, что здоровья мало. То есть прострелил нам доктор плечо. Так, патроны для П-345, это и есть П-345, хорошо. Отлично. Так, давайте-ка нафиг перезарядим. Два патрона уж пожертвуем. Чем плохо этот пистолет, несмотря на свою убойность, так это тем, что у него патронов в обойме маловато. Так, здесь наверняка кто-то будет, да? Вроде нет, ладно. Хорошо, нет, только не это. Ну что ж такое? Блин, я не знаю, может быть мне взять дробовик? Ой, блин, что я сегодня несу вообще? Может мне взять вместо дробовика шприц? С другой стороны, в дробовике сколько патронов-то? Жалко. Ладно, пойдемте так. Я ненавижу эти спуски вниз. Это, по-моему, самое худшее, что есть в этой игре. Хотя в этой игре все плохо. Но настолько плохо, что хорошо. Вода. Вода это, я чувствую, сейчас у нас будут старые знакомые, да? Ой, блядь, что ж... Твою мать! Зачем шип было нажимать? Сам себя чуть дураком не сделал. Хорошо. Ой, блин. Вон он, скотина. А я могу отсюда, интересно? Нет? Блин, патронов мало.
окна. Тихо. Иди сюда. Иди сюда, червь. Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Ой, бляха-муха, это что вообще творится? Это же полный капец. Там еще один, по-моему, что ли? Вон, вон он, вон, я его вижу. Нет. А там спуск вниз. Интересно, я сразу провалюсь или я плавать смогу? А, я могу плавать. У нас же был уже момент, где мы могли поплавать. Так, ну что ж, поплыли. Куда плывем? Я вообще не понимаю. Так, это что так? Отлично. При этом так темно, что я вообще не ориентируюсь. Я надеюсь, тут монстров хотя бы не будет. Ай, твою мать, давай, 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 давай. Ой, я что-то вообще ничего не вижу. Это в темноте, блин. То есть настолько темно, что ни хрена не видно. Что-то я куда-то не туда попал, ребята. Что мне делать вообще? Так, так. Вот, давай, давай, пошел. Ладно, хоть здоровье восстанавливается, как по флафе. Так, погнали. Давай, мы сможем. Да не застревай, давайте-ка обратно. Так, блин, не хватает воздуха. Еще застревать не хватало в стенах. Так. Хорошо. И что мы тут имеем в итоге? Я вообще наугад плыву, это просто, по-моему, капец какой-то. Так. Фу. Слава богу. Да, да вы издеваетесь, что ли? Так, куда дальше? Так, хорошо, давай, давай, братюнь, давай. Я, честно говоря, уже заблудился. Так, сейчас налево, по-моему, проход есть. Я тут был, нет вообще? Так, хорошо. Давай, 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 братюнь. Хорошо вам, я вижу лучик света. Давай, 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 пошел. Давай, давай, давай. Уф. Мы смогли, братка. Мы смогли. Это, по-моему, самое страшное испытание пока что из того, что было. У меня всегда была такая вот боязнь закрытой воды, как хрен знает, вынырнешь, не вынырнешь. Ладно, давай, поплыли. Ой, как это тяжко, ёлы-палы. Самое главное, чтобы я не назад куда-нибудь возвращался. Так. Твою мать. Я вернулся назад. Ой, бляха-муха. Так, ну вот тут у нас путь направо. Лабиринт под водой, это уже некуда просто. Давай, давай. Ладно, хоть никого нету. Как бы не сглазить. Поплыли дальше. Давай, братюнь. Мы сможем. Я даже фонариком посветить не могу. Вот что самое печальное. Так, в эту сторону, по-моему, мы плавали. Посмотрим, что у нас с этой стороны.
А с этой стороны у нас тупик, понятно. Ой, бляха-муха. Погнали. Самое печальное, что я быстрее плыть не могу еще. Давай. Не застревай. Блин, он специально, что ли, колодцы такие узенькие сделал? Уф, так, давай. А тут, по-моему, мы поплыли в прошлый раз направо, а тут еще куда-то вперед есть дорога. Тут я, по-моему, еще не был. Хотя могу ошибаться. Так, ладно. Хорошо. Так, тупик. Да, тут я точно еще не был. Отлично. Блин, вот сейчас бы мне не помешал сейф. Тихо. Инвентарь. О! Ой, блядь! Ой-о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 й
Там был ключ. О, так, что мне выкинуть? Твою мать. Что-то мне придется выкинуть. Вот это и выкинем. Так. Бляха-муха, как я мимо него пройду-то? Ёлки-палки, бежим, 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 бежим. Так, но я не смогу мимо него пройти. Мне хана, похоже. Надо было быстро взять ключ и бежать. А сейчас у меня шансов нет, так что давайте попробуем его убить, конечно. Но это без шансов. Блять, да. Ой, блять, я не могу, мне страшно. Ой, ёлки-палки. Я даже перезарядиться не могу. Слабак. Какой же ты слабак, сука. У меня не хватит патронов его убить. Так, вот и все. Твою мать. Офигеть. Офигеть. Это как я далеко теперь от этого всего. Так, ну ладно, в этот раз я подготовлен. Так что все у нас будет получше, я думаю. Так, блин, надо собраться с мыслями. Это просто капец какой-то. Так, ладно. Да не мельтеши, мать твою! Подготовился, мать. Перемать. Да бери ты пистолет, скотина. Где-то? Там еще одна сейчас прибежит.
подготовился. Там еще одна, да? Так, ладно. Подготовился. Я даже забыл дробовик опять поставить. Фу, так, это будет тяжело. Но в этот раз, я думаю, мы пройдем. Надо сразу хватать ключ и бежать обратно. Так, тут у нас где-то сейчас будет скотина. Так, сначала мы убьем ее. Она у нас... Так, не тут, она у нас вот тут. Да падает и мать твою за ноги. Так, теперь бросаем пока дробовик. Берем шприц. Вмазываемся в темноте. Не показалось ли там кто-то мелькнул в дверном проеме? Ладно, сейчас узнаем. Берем дробовик. Да подожди ты. Сейчас мы из дробовика убьем тех водяных, а потом его выкинем. Потому что на него просто тупо нет места. Ой, блин, у меня руки дрожат. Это какой-то капец. Так, ладно, ничего не берем. Давай, давай, братюнь. Ну, по крайней мере, я понял, что делать. Главное сейчас не заблудиться по новой и не задохнуться на ровном месте. И если кому-то кажется, что это легко, то, пожалуйста, играйте в эту игру сами. Тогда вам станет очевидно, насколько эта игра сложная. Так, первый пошел. Второй у нас, по-моему... Вон он, да. Так, вот и ты. Хорошо. Последний. Так, все, хорошо. Пока что уверенно идем. Погнали. Так, первый колодец. Хорошо. Ой-о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 й. Давай, 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 братюнь. Что ж такое, а? Что ж такой узкий этот колодец? С него хрен попадешь. Так, я надеюсь, меня не развернуло в панике. Так, ладно. Да ты смотри. Давай, 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 ну шо ж ты, блядь, застрял? Иди сюда, материться буду до хрена сейчас. Чё-то я в прошлый раз так нормально попадал, а сейчас настоящая проблема. Так, плывем, плывем. Да твою мать! Ой, бляха-муха. Короче говоря, я могу просто тупо помереть, потому что он иногда почему-то просто застревает в стене и отказывается идти дальше. Тут даже не столько моя вина, сколько небольшая кривизна данного момента. Ну вот смотрите. Так, хорошо. Ой, как я боюсь до чертиков этого мужика с бензопилой. Так, ладно. Ой, хорошо, перевели дух. Поплыли к месту встречи. Так, ладно. Добрались практически без приключений. Да бросай ты ее. Так, какого хрена ты, извиняюсь, теперь... Не светишь фонариком, а машешь им. Так, пустой слот в инвентаре. Сразу хватаем и бежим назад. Без оглядки. Хватай, мать твою! О-о-о-о-о-о! Я боюсь этого парня, я не знаю.
Почему, но я его боюсь, как никого другого. Так, ладно. Ай, дурак, не выпрыгивай! Мудила, прыгай обратно, блядь! Извините, я буду много материться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Ой, так. Ебать. Так, где? Давай, 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 ползи, ползи, мать твою, ну что ж ты делаешь-то, урод? Ой, бляха-муха, да что ж такое-то творится? Да, восстанавливай. Все. Все, плывем. Почему ты не лезешь, когда тебя просят, а? Так, я надеюсь, тут никто сейчас не выломится. Это тут будет натурально печально. Так, тут ничего на полу не лежит. Ой, может нет, а может да, может я посмотрел просто. Ой, давайте это прекратится, а. Уф, так. Фу. Путешествие, мать его, за ногу. У меня самое печальное, что патронов практически нет. О, вроде как дневной свет. О! Так, я в Кирквилле теперь, в моем родном городе. Надеюсь, здесь все в порядке. Так, патроны для револьвера. Я не знаю, я, по-моему, револьвер не находил. Не поддается. Ой, у меня грудь болит от этого места, и это просто кошмар какой-то был. Фу, сохранение, отлично. Какое счастье. Ой, ребята, я знаю, эта серия получилась маленькой, но я, блин, надо прекратить. Мне отдохнуть надо от этой игры полчасика. Продолжим. Следующую серию увидите завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.